Итак, дорогие друзья, выбрался я наконец-то пострелять. Стрелять буду сегодня из Аникса, из Глетчера и из Кроссмана 21-2.0 Classic. Выбрался пострелять в лес. Полно черники, полно земляники. Но у нас сегодня другая задача. Будем производить отстрел. Так, отстрел. Давайте сначала постреляем из кроссмана. Первый раз стреляю с 10 качков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, подключаем оборудование. Пробуем, стреляем. Огонь. 197. Пробуем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сводим. 198. Ну, в принципе, одинаково. Давайте попробуем 15 качков. Семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Сводим, посылаем шарик и огонь. 212, прилично. Значит, это отстрел кроссмана. Отстрел кроссмана. Еще раз скажу, что это пока без апгрейда. Пока без апгрейда, это просто отстрел. Дальше будем апгрейдить. Ну что ж, ладно. Едем дальше. Дальше мы будем стрелять из вот этого Глетчера. Вот таким вот баллоном. Баллон вставляется в него в рукоять. Заменил я резинки. Единственное, что очень неудобно, здесь закрутка. Очень неудобно. Травит клапан воздух. Так что я думаю, нам даже и пострелять не получится. Ну давайте пробуем. Это беда, что он мне еще не заряжен. Слышите, как травит? Так, давайте пробуем. Первый выстрел 115, 114. 115, 115, 114 и жутко травит воздух. Пробуем еще раз. 108, 108, 107. Все, давление падает. Еще раз повторюсь, это был Глетчер, у которого травит клапан. Надо будет ремонтировать клапан. И кто же у нас идет дальше? Дальше у нас идет Аникс. Дальше у нас идет Аникс. Баллон у него вкручивается в рукоятку. Уже стоит какой-то старый. Мы ставим вот такой вот новый баллончик. Баллон 12-граммовый. Посмотрим, что с ним. Замечательно. Стрелять будем тоже шариками. Заряжаем. Снимаем с предохранителя. Есть механический предохранитель. Снимаем с предохранителя. Что ж, поехали. Не выдает никаких результатов. Шарик не вылетает. Итак, оба пистолета себя показали очень плохо. Шарики все на месте. Половина выпала в обойму. Нифига они не стреляют. Будем их ремонтировать. Выходит воздух и все. Стрелять не стреляет. Очень печально, не удалось нам пострелять.
из пистолетов. Давайте еще раз попробуем пострелять из Кроссмана. Давайте сделаем на этот раз 20 скачков и посмотрим, что он нам покажет. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. О, 217. Превосходно. Хорошая штука. Хорошая штука всегда был за такую пневматику. 2, 3, 4, 5. Сколько же он выдаст с 5? 162. Такой получился обстрельчик. Значит, будем ремонтировать пистолеты, смотреть вообще, что с ними, можно ли их сделать. Одного травит клапан, но стреляет, второй вообще не стреляет, но я думаю, это из-за обоймы. Попробуем заменить обойму и отстрелять еще раз. На этом все. Ждите следующих видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте. Скоро ждут вас конкурсы всевозможные. Так что всем пока, до новых встреч, увидимся!